Все. Мои лучшие нарезки, ставьте лайк. И снова всем привет, дорогие друзья, Yellow-лошка. Добро пожаловать в бородатое прохождение Майнкрафта. Ведь сегодня мы вместе с не самым бородатым фиксплеем. Здрасте. И моя борода нормальная. Так вот, сегодня мы вместе с фиксплеем будем выращивать свою сальную, жирную бороду, об которую попытаемся не запнуться. На нашей бороде будут расти целые цивилизации, будут строиться дома, школы. Школьники будут сдавать ОГЭ, ЕГЭ, учиться. Полегче, полегче. Ладно, ладно, ладно. Это сезон пробуждения. Окей, окей, мы готовы позвать друзей. Он называется Chicken Shed. Звучит, звучит. Черт, нет. Ребята, меня зовут Батигор. Здравствуйте. Привет. Хотя какая разница, как меня зовут? Вы все равно не смотритесь так, словно можете выговорить что-то кроме «Всем привет, дорогие друзья!» или «Всем здорово, Ютуб!» По микрофону фикс. Так что, да, зовите меня просто Батик. А, чувак, стоп, что? Ты себя видел вообще? Стоп, а что со мной? Что? Какой ты ужасный! Это же дерьмо! Это же просто говно измазанное у меня. Точно не перепутали, да? Просто помазали все. Какого черта? И, кстати, у тебя нет такого странного чувства, как будто вот волосики залезли в трусики, как-то вот неприятно, или это как у меня? Ну, у меня в реальной жизни борода не растет. Ладно, я тебя понял, пойду дерево добывать. Никто не помнит. Бородоголовый — это прям реально какой-то бог этого мира. Можно даже сказать, наместник этого мира. Те, кто смотрит сезон, и поймут. Слушай, я не смотрел, я не понял. Ну, короче, есть миры, у каждого мира есть свой... И знаешь, я... Боже мой. Это идеальный шлем. Почему это так стильно, Рома? Но почему ничего не видно? Ладно, я пробую. Что? А! Что-то маловато, давай больше расти, больше! Так а больно! Это больно! Еще! В смысле? Еще давай! Я сказал, еще выращивай! Ой, да простите. Все, мне очень больно, начальник. Отлично, отлично, снова в трусики залезла. Какой же это кайф, боже, как я раньше жил. Стоп, погоди! Ты посмотри, волосики выпирают из ботинок, когда вот прыгаешь. Вот, посмотри, снизу посмотри. А, сзади, да, вижу. Вообще выглядит противно. Нормально выглядит. Борода — это не противно. А на ногах тоже. Он нам дал то самое бородатое яйцо. Способности. Создает копию моба, на котором используется. Расходует бороду в качестве топлива. А, так это то самое. Да. А почему я с помощью чернильного мешка и ножниц смог клонировать? У меня есть оправдание. Какое, ну-ка. У каждого из нас уже было бородатое яйцо. Если вы хотите больше подобных тем, ребята, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Если на каком-то комментарии и на этом ролике наберется очень много подписок и лайков, то мы придумаем тему, которая будет основана на вашем комментарии. Вы, главное, напишите. Как вы видите, мы уже можем все, даже о бороде сделать тему.